В Елабужском институте Казанского университета состоялась презентация IT-класса. Все подробности далее. Уникальный образовательный проект объединит школьников, желающих обучаться и строить свою карьеру в области IT-технологий. Специально разработанная программа позволит участникам проекта освоить азы профессий, связанных с анализом данных, машинным обучением и программированием. Преподавателями IT-класса станут ведущие специалисты Казанского университета в области информатики. Занятия будут проходить в кампусе Елабужского института. Основная цель – это собрать в городе-регионе наиболее успешных, продвинутых детей, наиболее способных, желающих, самое главное, обучаться в IT-направлении и дать им путевку в жизнь, чтобы они смогли стать дальнейшими специалистами, чтобы они могли поступить на престижные специальности. Для того, чтобы стать участником нового образовательного проекта, претенденты пройдут 3 отборочных этапа. По итогам будет сформирован класс численностью до 25 человек, в котором ребята будут обучаться в течение 2 лет. Диана Желенкова, Айдар Нурмиев, Универньюз.